Новый светофор начал действовать в Одинцово на перекрестке улиц Молодежная и Интернациональная. Движение здесь теперь будет более упорядоченным и безопасным. Интернациональная ведет на железнодорожную станцию и всегда довольно загружена. Кроме того, она параллельно улице Маршала Неделина, на которой расположено множество деловых центров Одинцова. Однако на круговом перекрестке Недельной и Молодежной нет ни светофора, ни зебры. Людям приходится идти через Интернациональную. Таким образом, несколько пешеходных потоков создавали напряженную ситуацию на этом переходе. Светофор должен решить эту проблему. Однако горожанам еще потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новшеству. Столько лет не было тут светофора, и тут резко появилось. Я тоже не сразу заметила. Он запищала из-за того, что заканчивался зеленый цвет, только поэтому заметила. Так, мне кажется, я бы тоже прошла сейчас на красный. Как думаете, нужен здесь светофор? Думаю, да. Лучше по светофору, чем... Особенно тут дети много ходят на площадку. Лучше по светофору, безопаснее. Со стороны, скажем так, еще и водителя, я думаю, что это удобно, потому что, когда поток идет бесконечно людей, все-таки машинам здесь сложнее. Из-за этого начинаются пробки. Поэтому, на мой взгляд, что светофор здесь очень уместен.